одни категории людей от своей деятельности, прямо вот так скажу, сленгом прутся, им нравится в этом повариться. А другие желают, чтобы вот эта деятельность была сведена к минимуму вообще. Они даже не слышать про это не хотят. Так вот, можно очень просто себе сделать вот такие пометки, без чего, допустим, учитель не учитель, руководитель не руководитель, да, то есть без какого вкуса счастья они полностью, ну, то есть без какой деятельности эти люди полностью лишаются счастья. Так вот, учителя полностью, им не интересно, учителям не интересно постижение истины без дискуссий, или так скажем, учителям не интересна лекция без дискуссий. Ну, то есть что, ну, вот послушали, а подискутировать, а также мы глубже поймем, если вот обсудим. То есть неинтересно просто. Руководителям или воинам неинтересна победа без поединка. То есть что это за победа легкая, когда просто перед тобой враг сложил оружие? Пришел, забрал оружие и ушел? Неинтересно. То есть видите, удивительная картина. С одной стороны, каждый из нас и представитель каждого сословия, каждой стихии нацелен на то, чтобы решать проблемы. И по идее, да, ну чем быстрее решишь проблему, тем лучше. Чем эффективнее решишь, тем лучше. А с другой стороны, само решение проблемы несет в себе вкус счастья. Поэтому неинтересна победа без поединка. Точно так же для бизнесменов неинтересна продажа без торга. То есть есть категории людей, которым торговаться в принципе противно, не свойственно, неинтересно. Но если мы зайдем в какую-то лавку там, к уважающему себя торговцу-индусу, ну, там можно на час просто провалиться. И это будет игра, он будет в азарте. 30 рупис, 20 рупис, 25 рупис. Per person. Come, деградун, чай. И все, у них там как бы процесс идет. То есть они вовлечены, им интересно, когда это все разгорается. Большинству людей не интересен торг. Но мы почему-то как бы не любим, да? Вот, некоторые люди обижаются, когда с ними не торгуются. Для кого-то торговаться — это оскорбление. И точно так же для кого там, для мастера, для людей элемента земли неинтересно получить плод без труда. Ну, типа что, ну, то есть нужно было сделать там, я не знаю, лопату. И лопата вот так вот сделалась, это даже неинтересно. То есть интересен процесс, а построгать, а повырезать, а форму подобрать, а ну, там, подогнать туда гаечки, детали. Ну, то есть вот сам процесс, он прекрасен. Процесс созидания, творчества. Поэтому да, вот это и есть благость, когда мы черпаем удовольствие в процессе. Поэтому не нужно убегать от своих собственных задач.